Свитер литюр из 100% шерсти мериноса с люрексовой нитью, высокое горло свободного кроя. Горло падает свободно, кого там душит, не душит, оно просто свободно. Удлиненный рукав, посмотрите, как он сделан. Очень легкий свитер, он выполнен, это свитер литюр, выполнен в 4 цветах. Вот такой красивый, пыльно-голубой, фрезовый, розовый. У нас не, нет, это не пудра, это фрез. И, конечно же, самый благородный цвет под всю одежду, Брунелло Кочинелли цвет. Он такой светло-бежевый, кофе, капучино. Любят у нас этот цвет. Опять-таки говорю, кто хочет спокойно, уютно, тепло, предлагаю этот цвет. И вот как на модели, цвет нежно-нежный, молочный, с золотой красивой ниткой. Обратите внимание на этот люрекс. Он не вульгарный, не пошлый. Он очень деликатный. Сейчас все первые линии, все марки, дорогие марки, выдали такой трикотаж с люрексовой нитью. И вот у нас он тоже. Есть много люрекса, но он пошлый, грубый, некомфортный. Это противоположность. В этом хочется ходить. Он не колется, не кусается. И шерсть высокого качества.